игра, какие впечатления в принципе, что сегодня, не знаю, может, повлияло на такой странный счет в результате и чем, может, довольны или недовольны в игре? Не знаю, настраивались, в принципе, как на последнюю игру, потому что оно все решалось. Ну что, по факту, миллион моментов нереализованных, не знаю, вратарь спасал, не везло. Ну, в ответ получили, в принципе, ну, все голы с контратаки. Мы не забиваем, летает в наши, но впечатление негативное, но потому что, в принципе, все, сезон закончился, можно сказать, вот так вот, негативно. Обе команды очень сильные составы имеют, притом выступали довольно нестабильно в течение всего чемпионата. Для вас решающим было то, что в такой... Для вас решающим было то, что и Дроджиня, в принципе, могли там дать вам бой, вы как-то настраивались по-особенно эту команду? Да не, ну настраивались на все игры какой-то, ну, вы говорите, да, сезон неплохая, в принципе, индивидуально все вроде что-то могут, но с прошлым сезоном вообще как-то, ну, в один гол проиграли, в принципе, все игры. Сегодня, ну, я же говорю, ну, настраивались как на последнюю игру, потому что игра была решающей. То есть, ну, никаких там смешков не было, ну, знали, что команда что-то может, а, в принципе, и мы что-то могли. Ну, по факту, ну, результат на то больше уже говорить. После боя кулаками не машут, поэтому, ну, вот так. Как думаете, в чем решающая, может быть, проблема была у Росинки, что к моменту последнего тура не смогли там все задачи решить? Да не знаю, но опять реализация. Ну, моменты создаем, сзади не дорабатываем, получается, вот и все. Физически где-то, ну, как бы слабее, может, у команд там по 8, по 10 людей приходит на игру, у нас 6 как-то так. В этом сезоне провально вообще. У нас 6 людей собираются на игру, это негативно, хотя заявлено там более 15. Вот так вот. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Поздравляю с победой. Какие впечатления от матча, в принципе, ожидали ли такой игры и такого счета, который получился в итоге? Ну, скажем, счета не ожидали, наверное, как бы, наверное, у нас сегодня все зашло, а у них, наверное, все не зашло, потому что, как бы, не скажу, что счет по игре абсолютно, то есть, победа, может, настроили сильнее, но у нас была игра сегодня до последнего, то есть, у нас какой-то пан либо пропал, то есть, выиграем, идем дальше, проиграем, вылетаем, поэтому настроились, конечно, очень серьезно, у нас было сегодня мало людей, но зато очень были все, скажем так, сконцентрированы, настроены друг за друга, без криков, в принципе, вот поэтому результат такой. Очень приятно, и мы довольны, конечно. Асби, Кредит, Дарница. С каким из этих трех соперников вам кажется будет играть в любом случае сложнее всего? Ну, я могу сразу сказать, что в принципе, вот уже когда уже все отборы закончились, команды все притерлись, уже вспомнили или кто-то вспомнил, потренировались и вышли уже на какой-то уровень. Поэтому все четыре команды, я считаю, абсолютно все в разных условиях. Разница очков, если не ошибаюсь, в одно очко, там 10, 9, 9. То есть, в принципе, все только начинается, и думаю, что все только будет еще горячее и веселей. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо.